Привет, меня зовут Ира, и сегодня я снимаю вызов принять. Сегодня будет 3 вызова, я пытаюсь их выполнить. Ну, давайте начнем. Первый вызов – это съесть кусок туалетной бумаги. Не знаю, вкусная она или нет, но я попробую. Лучше никогда ее не ешьте. У нее вкус не очень-то вкусный. Следующий вызов это... Кстати, это первый вызов принят. Второй вызов это не дышать 30 секунд. О, не знаю, получится ли у меня нет. Нет, но телефон у меня у бабушки, поэтому таймер получится поставить, и секундомер, поэтому по часам. Вот идет стрелочка. Ладно. Начали. Я на самом деле секунды не считала. Я не знаю, сделала ли я это, но мне кажется, что да. Так что, наверное, я все-таки и твой вызов тоже принят. Если что, напишите в комментарии. Могла ли я не дышать 30 секунд? Я не знаю, просто я не считала, я могла просто видеть. Ну, последний третий вызов. Он легкий. Это засунуть как можно больше виноградины в рот и сказать «бухлый кролик». Вот у меня тут на столе приготовлены виноградины, давайте начнем. «Бухлый кролик». «Бухлый кролик». Твой вызов занять. Твой вызов тоже принять. Ну, на этом все. Вызовы кончились. Всем пока-пока.